На территории Московской государственной академии физической культуры завершено строительство учебно-тренировочного комплекса. В современном центре смогут заниматься не только студенты вуза. На его базе планируют открыть детские спортивные секции. Возможности нового объекта оценил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. По соседству с историческими зданиями МГАВК появился вот этот современный многофункциональный комплекс. Около 13 тысяч квадратных метров, где можно заниматься разными видами спорта. Здесь уже все готово для проведения тренировок. Осталось только получить документы на ввод объекта в эксплуатацию. Ну, конечно, мы ждем с нетерпением, чтобы пустили этот комплекс. Я думаю, к новому учебному году его пустят, потому что это большая подмога не только нашей академии физической культуры. Это сразу многофункциональный зал, в котором будут учиться студенты, заниматься спортсмены и, конечно, оздоравливать местное население. Большая ледовая арена с трибунами предназначена для хоккеистов и фигуристов. Два бассейна для тренировок по различным видам плавания, прыжкам в воду и водному поло. А в многочисленных просторных залах смогут заниматься хореографы, борцы и гимнасты. Комплекс спроектирован с учетом требований и федерации по видам спорта. И мы понимаем, что федерации фактически являются одними из основных заказчиков подготовки специалистов. Но при этом понимаем, что комплекс должен работать не только на академию, но и должен быть полезным для жителей Люберецкого района, Московской области. Я поручил ректору представить программу развития вуза с учетом требований региона. В планах у руководства академии реконструкция стадиона, а также модернизация спортивных сооружений. Одним словом, создание всех необходимых условий для воспитания будущих чемпионов. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.